Чем прекрасна масляная живопись? У масла может быть очень-очень разная консистенция. Мы можем писать практически акварельно, а можем очень-очень сильно пастозно. Масло практически не изменяет цвета и тона при высыхании. Если происходит так называемое прожухание, то мы можем прокрыть ее смесью лака с пенином. Масло восстановит тот цвет, который мы клали изначально. Самая большая особенность масла – это то, что оно будет высыхать где-то 2 недели, а может быть даже месяц до полной полимеризации. Очень разный срок высыхания у разных красок. Дольше всего будут сохнуть белила. Если проверяем какую-нибудь работу на то, высохла ли она, нам нужно трогать, проверять на отлип не темные места, а именно светлые места, где больше всего белил. Полная полимеризация происходит у масла где-то за полгода-год. Именно через это время рекомендуется покрывать картину финишным лаком для того, чтобы уже дальше уже не будет никаких прописей и для закрепления картины на холсте.